Поэтому, конечно, уместно прочитать и стихи в памяти великого поэта. Все вы знаете, за неделю после смерти было написано около 500 произведений, посвященных Высоцкому. И вот одно из них. Так умирает русский поэт. Так умирают русские певцы, нам оставляя песни и сонеты, как мудрость решает мудрецы. А жизнь идет веселая и злая, в зависимости от времени дней. И смерть лишь неугодное явление, когда уносит близких нам людей. И горько, и тоскливо, и обидно, ведь дважды быть уже не суждено. Я выпью поминальное, да, я выпью, но не заполнит пустоту вино. Не облегчит, не освежит и не обманет, не скажет слух покойничку «Живи!». Гитара сдать хозяина устанет, ведь он не снимется с дыми. И вены струн от звуков не набухнут, нет пульса, нет аккорда, тишина. Сейчас могилу гроб с тобою ухнут, и на тебя навалится земля. Холодная, студеная, земная, кто знает, может мир загробный есть. Ваганьковская доля таковая, тебе еще успеет надоесть. Но знаешь что, Владимир, здесь попроще, чем Новодевичьем. Сюда любой придет, и у начала за могильной рощи твою могилку без труда найдет. Из жизни, из народа, из глубинки тот, для кого ты пел и ты писал, прольют слезу, слезу, а не слезинку, и скажут, он Россию понимал.